результатов ждем. Ждем, наверное. Нет, не буду говорить. Давай. Тяжело сказать, что ждем от него. Вообще, как бы вот собрались люди, у которых достаточно бережное отношение к природе. Да, а я жду того, что все получат на самом деле удовольствие. Что я поймаю большую рыбу. Нет, нет, да. Удовольствие — это отдельная тема, Тимур. Удовольствие, да. Но я поймаю большую рыбу. А самое главное, если люди поймают какие-то еще больше рыбу, я посмотрю и пойму, почему они поймали эту большую рыбу. Посмотрю, на что они поймали. И это такой обучающий семинар, где собираются люди, обмениваются опытом. Мы здесь собрались, чтобы увидеть всех друзей, пообщаться с ними. На самом деле я увидел много хороших людей, которых видел только, так скажем, в обширной паутине интернета. Нет, на самом деле-то дело-то в другом. Люди, которые мыслят одинаково, вот которые против сетей, против электроудочки, против, скажем так, необоснованного использования наших природных ресурсов, они здесь, они друг друга понимают прекрасно, они друг с другом общаются, и они делятся своим опытом. И вот это самое главное, наверное. И здесь просто собрались друзья. Вот это вот главное. Здесь друзья по духу, по мысли, по крови, я не знаю. Вообще просто вот как бы люди, которые живут одинаково и которые живут в одном направлении, просто живут. Одинаково. И думают самое главное одинаково. Это да. Вот это главное. Мы команда. Рыболовный клуб «Агидель» — это круто, блин. Это круче не бывает. В первую очередь для людей это будет не просто все зациклено на рыбалке, это будет в первую очередь сделано для общения людей, чтобы они между собой пообщались, познакомились, как-то нашли общий язык, порыбачили.
такая. А твоя где? А моя что? А у меня маленькая. А? Я в прошлом году, вот я сегодня говорил ребятам, идите туда, вот никто не пошел, а? Куда, куда? Да там бровка одна есть, я в прошлом году, но там за 15 минут еще. Я не добрасывал до той ямы. Куда я бросал? В фестивалях клуба Агидель почти на всех бывал. Ну вот на этом есть шанс на победу. Но пока еще рано загадывать, потому что еще не все ребята вернулись. Вот, впечатление всегда отличное от таких мероприятий. Народ добрый, хороший. Все понимают, что такое нормальная рыбалка, цивилизованная. Переключил в Либра. Нет, ну так хорошо. 540. Чебурашка. 80 грамм. 860. Победитель. Олег, у тебя сколько было? 700. Тоже 860. Жмешься, сбросили. Козлов Виктор, я попрошу участника сюда. Награждается жилетом от торгового дома «Аэро» и сертификатом от магазина «Серебряный ручей». За пойманного судака. Да, он поймал судака на 460 граммов. Это единственный сегодня такой чемпионат. Так, второе место занял Сергеюлин Валерий. Прошу участника сюда. Ура!
наслаждается жилетом от одного дома Айра. Такой мой щуку 700 граммов. Третье место в лодочной номинации занёс. Награждается жилетом от торгового дома Аэра. Запойманная щука 540 грамм. Форма. Позвольте еще раз всех участников, победителей, пожалуйста.